Значит, и сегодня мы вот рассматривали, как строить обход соединительного кадра. И, собственно, обход соединительного кадра можно легко переделать в обход секретностью. Но давайте пока мы посмотрим безусловно стойкие коды. Безусловно стойкие. Возьмем это определение, хотя это неформальное определение будет, что безусловно стойким обходом. Безусловно, стойка системы аутентификации. Безусловно, стойки макода. Система аутентификации. Называется такой, что при любой стратегии криптоаналитика, что при любой стратегии криптоаналитика, вероятность имитации или подмены, вероятность имитации или подмены, то есть обмана, вот из этих пунктов, не более чем при случайном выборе, не более чем аналитикам сообщения, независимо от вычислительных ресурсов и времени, которые обладает криптоаналитик. От вычислительных ресурсов и времени. То есть даже если криптоаналитик обладает бесконечными вычислительными ресурсами, бесконечным временем, то ему не удастся построить такую стратегию, у которой вероятность обмана больше, чем при случайном выборе. Ну это так, как было примерно и в теории Симонса. Как, кстати, собственно, все и вот эта теория обходов идет в теории Симонса и следующих работ. В теории Симонса тоже было, что соответственно совершенно имитостойкая криптосистема или совершенно аутентичная криптосистема, это получалась такая формальная, при котором неравенство, которое я писал в самом начале, достигалось равенства. А фактически это означало, что невозможно улучшить при любой стратегии атаку и, соответственно, увеличить вероятность обмана, чем при случайном выборе. В случайном выборе, ну здесь вот сообщение, а там это было в теории Симонса, мы имели дело с криптограммами. И обман шел, если мы криптоаналитик посылал криптограмму, которая не распознавалась, что она ложная. Вот. Ну, тут я уже этот эквивалент между криптосистемой и системой аутентификации уже рассказывал такой. И, соответственно, как? Давайте просто на примерах посмотрим, как можно строить, безусловно, стойкие обходы.
из условных спросов, Ну вот, давайте мы посмотрим просто на примерах, какие безусловно стойки обходят. Ну, во-первых, если вернуться к тому примеру, который мы рассматривали с самого начала, вот как его можно преобразовать безусловно стойки обходят. Как и раньше, из двух состояний состоять источник, иметь два состояния правил кодирования 4, Е1, Е2, Е3, Е4. Ну и, соответственно, 4 сообщения, которые могут получиться в результате кодирования и передачи информации. Ну, сообщения мы обозначаем таким способом. Это будет М1, М2, М3 и М4. Ну и матрица кодирования, которая, собственно, задает код. Е1, Е2, Е3 и Е4. Вот она очень похожа на ту матрицу кодирования, которая была. Ну, во-первых, это безусловный код без секретности будет. То есть. И вот мы сейчас посмотрим по этой матрице, что означает, в каком смысле будет код безусловной стойки. Ну, смотрите. Значит, если относительно этих двух попыток. Попытка подъем. А. Или имитация сначала. Имитация. То есть, криптоаналитик, чтобы обмануть получателя, у нас А и Б это обычно, А, например, на конце, отправляет на конце, на стороне, где находится источник, и умеряет его состояние, кодирует и отправляет Б. На приемном конце Б принимает одно из сообщений. Ну, естественно, криптоаналитик вмешивает все эти передачи, он отправляет B какое-то сообщение. Ну, или, как в теории Симонса была, отправлял криптограмму. И в каком случае он обманет B? В том случае, когда у нас в результате получения этого сообщение M, оно будет принято за допустимое и, соответственно, раскодировано и получится какой-то ответ, осмысленный состояние источника. Ну вот, например, если отправляется M1, в каком случае тогда, получив M1 B, будет обман? В том случае, если А и Б работают на правилах кодирования E1, E2. Ну, и они, правила кодирования E1, E2, это у нас как, собственно, алгоритм шифрования, если теории Симонса на ЧК. Значит, они перед тем, как начали вот это сообщение, они выбрали одно правило кодирования. И таким образом, вот матрица кодирования позволяет эту код легко реализовать.
Ну и когда криптоаналитик, вот сразу видно, если отправляет М1, то вероятность успеха будет у него просто 1/2. Ну, М2 тоже 1/2. И поскольку в каждой строке только одно истинное состояние, то есть состояние источника, то что бы он ни отправил, он всегда вероятность обмана будет 1/2. То есть это так, как если бы он случайно выбрал сообщение. Если он случайно выберет сообщение, вероятность будет 1/2. А стратегия вообще, конечно, криптоаналитика, состоит в том, что выбрать сообщение, где бы эта вероятность была максимальна. Ну а здесь видно, что она везде одинакова, и поэтому стратегия ничего не даст. И это будет вероятность обмана равна обману, если он случайно выберет криптоаналитика одно из сообщений. Теперь давайте посмотрим подмену. Если подмена. Если криптоаналитик получил какое-то сообщение, ну, например, получил сообщение М1, он уже точно знает, что тогда А и Б работают с помощью одного из правил кодирования. Либо Е1, либо Е2. Так? Ну, естественно, тогда, чтобы... Ну, и матрица вся эта ему известна. Неизвестна по поводу правила. Тогда, чтобы обмануть, он, естественно, уже не будет выбирать М2, поскольку он знает, что здесь нули, и при раскодировании сразу будет обман распознан, потому что это нули означает ложное сообщение. Значит, он может выбрать М3 или М4. Если он выбирает М3, опять же, будет не распознано это сообщение как ложное, только в том случае, если было А и Б работали на ключе Е1. Ну, не на ключе, на правиле кодирования Е1. Тогда действительно будет соответствовать истинному состоянию источника и произойдет обман. Если же на М2, то обман будет обнаружен. То есть, опять же, вероятность 1/2. Ну, аналогично, если он выберет 4, то обман будет только тогда не обнаружен, когда правило кодирования М2. То есть в обоих случаях вероятность 1/2. Как при случайном выборе. При случайном выборе. То есть никакая стратегия не поможет эту вероятность увеличить. Ну и соответственно, независимо от того, какие ресурсы есть у криптоаналитика. Но если эта матрица очень большая, как мы дальше увидим, то считается, что криптоаналитик может всю эту матрицу, во-первых, иметь и просчитывать все возможные варианты, то есть у него мощности хватает. Но даже в этом случае у безусловно стойкого похода он не сможет увеличить эту вероятность по сравнению со случайным выбором. Ну давайте вот посмотрим правила построение. Ну, во-первых, определим прямое произведение матрицы. Прямое произведение матрицы. То есть я сразу скажу, что это разные есть прямые произведения, то, которое мы рассматривали в курсе комбинаторного анализа, другое было определение. Здесь следующее определение. И нам это нужно будет для матриц именно матриц. Ну или давайте мы, если у нас есть матрицы А, то мы произведение матриц. А матриц А равняется. И причем это могут разного размера матрицы и от единицы
жесть от единицы m. Ну и матрицы b, b же, b, b и от единицы до класс и же от единицы до класс. Ну и прямое произведение матриц это будет следующее. Это будет матрица С, где так, здесь надо шало, где И у нас будет меняться от n умножить на k, n умножить на k, а g будет меняться от n плюс n. Ну, как строится эта матрица? Просто каждой строке ну, построение матрицы, так, наверное, построение матрицы С. Приписывается каждой строке матрицы А, ну, повторенный к раз приписывается матрица B справа. Ну, давайте вот все-таки на примере поясним. То есть, я возьму сразу пример, который нам надо. Например. Нам нужны такие умножения таких вот матриц. Вот, значит, это будет матрица, состоящая такая. Вот строка берется такая, и повторяется дважды она. H0, и приписывается справа вторая матрица. Затем вторая строка повторяется дважды. И приписывается справа опять же матрица. То есть прямое произведение получается вот таким вот образом. Ну и как мы только что это же фактически матрица, которую я писал. То есть она получена была прямым произведением. То есть это матрица из предыдущего примера. И это есть матрица кодирования без секретности, матрица кодирования
без секретности. Безусловно, стойкого обхода. То есть вот ту матрицу предыдущую мы получили фактически с помощью такого прямого произведения. Ну и это позволяет нам строить безусловно стойкие обходы с любой вероятностью обмана. Ну вот в этой матрице вероятность обмана 1/2. Как строить стойкие, безусловно стойкие обходы, где вероятность обмана может быть как угодно мала. Как угодно мала. Для построения безусловно стойкого обхода с вероятностью обмана. Матрицу кодирования. Для S из двух элементов, пока мы будем рассматривать, матрицу кодирования, получаем с помощью прямого произведения. Давайте теперь попробуем, или может мы сделаем перерыв или без перерыва. Как вы считаете? Вы как? Без. Да? Давай. Ну вот давайте попробуем. То есть в результате получится матрица. В результате получим матрицу, соответственно, n квадрат помножить на 2n, то есть n квадрат столбцов и 2n строк. Вот давайте. Да, нам было, конечно, удобнее, если бы доску перевернуть вот так-то. Ну, давайте попробуем хотя бы тут изобразить,
чтобы понять, как работает эта матрица. Как вообще будет. То есть матрица кодирования. Сейчас мы попробуем изобразить. Да. Следующая идет. Ну, вторая строка повторяется. То есть H. Ну и последняя, 4 строчки, будет выглядеть следующим образом. М3, М4. М5. То есть это будет у нас, соответственно, М состоят из множества М1, и далее. М8. И Е будет состоять из множества Е1, Е2 и так далее, Е16. Ну и вот они тут
выписываем Е1, Е2, Е3. У нас 16 правил кодирования. Соответственно, два состояния исходных. Источник это HT и 8 возможных сообщений, которые могут быть отправлены о состоянии этого источника. Ну и давайте посмотрим. Две попытки, опять же. А. Имитация. Имитация. То есть, может ли противник криптоаналитик выбрать такую стратегию, чтобы увеличить вероятность обмана при случайном выборе. Давайте посмотрим. При случайном выборе, если он выберет сообщение 1, здесь будет в этой строке у нас 4 сообщения истины, которые могут быть получены вот 4 первыми правилами. Все остальные ложные. Ну и n, кстати, у нас тут у матрицы n равняется 4. Мы умножаем 4 на 4 матрицы. И вероятность обмана, вообще говоря, обмана равняется 1 на 4. Да? Ну вот смотрите, при случайном выборе, какое бы сообщение не выбрано было, в этом столбике 4 сообщения, которые могут быть приняты за их подлинные, и все остальные нули. Скажем, если выбрано второе сообщение, то получается, что не будет распознан обман, если в результате кодирования А и Б выбрали одно из этих правил четырех. Вот. Ну и так далее. Значит, ну тут понятно. Вот пусть М5 или М6. Вот если М5 выбрано, тут уже у нас будут обман произойдет, если криптоаналитики. Если А и Б работают, на каких? Одно из правил кодирования. Е1, где стоят Т. Е5, Е9 и Е13. То есть тоже 4. Значит, при имитации. Так. Вероятность обмана тут при случайном выборе. Случайном выборе. При имитации. Вероятность имитации равна 1/4 в любом случае. То есть стратегия ни к чему не приведет. Как бы ни хитрил, значит, криптоаналитик, выбирая сообщения, чтобы увеличить вероятность, они все одинаковые, и он не обманет. Давайте теперь посмотрим подмену. Подмена. Вот, допустим, получит, опять же, тут проще всего сразу видно. Перехвачен, то есть А отправляет Б сообщение, криптоаналитик, во-первых, он перехватывает сообщение с канала и может отправить Б другое сообщение. Ну и вот, если перехвачен М1, криптоаналитик, зная всю эту таблицу, он знает теперь, что А и Б, вот, выбрали для кодирования одно из этих четырех правил. Потому что он дальше видит, что там нули сплошнее идут. Одно из этих четырех правил. Значит, теперь, чтобы обмануть, зная, что он работает с этими правилами, он может попробовать выбрать другое сообщение, чтобы увеличить вероятность обмана. Ну, он, во-первых, видит, что если он будет выбирать сообщение М2, М3, М4, он не обманет, там все нули. А вот если он будет выбирать сообщение от М3 до от М5 до М8, то он действительно может обмануть. Но обмануть в каком случае? Если М5, обманем только в том случае, если А и Б проведены. В остальных случаях не обманет. Вероятность обмана на 4. Ну, здесь, соответственно, если на Е2, ну,
и так далее, и 3, и 4. Ну, аналогично можно просмотреть при любом другом. Ну, например, значит, если был, то есть вероятность подмены у нас, вот в этом случае 1/2. И опять же, независимо от того, как будет поступать капитальный вычет. Ну, естественно, если не выберем для обмана одно из сообщений, здесь и 2, и 3, тогда он просто сразу будет обнаружен без всякой вероятности. Если мы, например, возьмем 8 у нас, перехватил криптоаналитик, что он делает? Он видит сразу, что А и Б работают на Е4, Е8, Е12 и Е16. И он, естественно, знает, что они на этих с этими правилами кодирования, он должен выбрать сообщение для обмана. Но опять же он будет видеть, что если он выберет сообщение для обмана из этих трех, М5, М6, М7, ну, например, выберет М5, то он обязательно попадет на нули. Значит, этим не будет выбирать. Что? Попробует выбрать из М1 М4. Ну, например, он выбрал М1. Тогда она будет признана за подлинное и произойдет обман, если А и Б работают с правилом кодирования Е4. А всего правил кодирования, с которых они могут работать, вот Е8, Е12, Е16, 4. То есть, опять же, вероятность 1/4. Но если вы посмотрите дальше, то, соответственно, увидите, что, собственно, всегда вот в этом случае вероятность подмены тоже равна 1/4, независимо от того, как бы поступать криптоаналитик при выборе вот, тактики обмана. Вот. Ну и здесь у нас было S2 только из состояния источника. Но мы тут уже по этой матрице кодирования видим, что с помощью такого способа мы можем построить код, при котором вероятность обмана будет как угодно маленькая. Ну вот для этого надо, чтобы в каждом столбике было очень много нулей по сравнению, соответственно, с содержательным сообщением. Вот. И это и говорит общее, подтверждает общее правило. Для того, чтобы увеличить аутентичность, надо расширить сообщение, расширить какими-то символами, которые как раз и позволяют проверять на ложность посланных сообщений. Ну, конечно, как теперь в общем случае, когда у нас источник состоит не из двух состояний, а из многих состояний, как тут поступать? Ну, в принципе, тоже с помощью прямого произведения, но при этом у нас, конечно, нарисовать такие матрицы будет крайне сложно. Вот, крайне сложно. Ну, а именно. Нет, пусть источник S у нас будет состоять из многих состояний. Вот. Из К состояния. СК. СК состояния. Тогда безусловного кода для построения
Безусловно, Стольникова. Безусловно, Стольникова. Вот так. Находится прямое произведение матриц. Находится прямое произведение матриц. С1. Ну и, соответственно, здесь К строк и К строкцов. N строк, N строк. И S1. S2 и далее S2. Ну, такого же размера матрица. И S3 и далее S3. СК. Ну, в результате получим матрицу. Матрицу получим. Ну и тогда мы строим, соответственно, мощность правил кодирования будет n степени k строим. Ну и, соответственно, мощность пространства сообщений будет на n. И, соответственно, выписываем все правила кодирования по строкам, все правила кодирования по... все номера сообщений над столбиком. И получим код матрицы. Код матрицы, который будет, безусловно, столбик. Ну и в этом случае можно тоже аналогично увеличивать вероятность Вот. Ну, вот пример 4. Давайте более конкретно. Пример может быть.
кодирования. Множество будет у нас совпадать с множеством всех алгоритмов шифрования. То есть ЕК у нас будет алгоритм шифрования на ключе, да? И соответственно вот здесь правило кодирования, это ЕК, К и тут в пространстве ключи. Ну и, соответственно, число правил кодирования будет 2,56, только сколько ключей без. Вот. Далее, S возьмем, тоже у нас будет из двух и построим тогда код следующим образом. H ставим в соответствие, ну, например, вектор 64 единицы. Соответственно, t ставим в соответствие вектор, входной вектор 0,63 единицы. То есть два возможных варианта. И функция кодирования ek от s. Будет у нас просто зашифровать ЕК, ну это если мы алгоритм шифрования терминологии применим, будет ЕК от S будет равняться ЕК от 1, 1 и так далее, единица 64. Соответственно, когда S у нас равняется H и ЕК от 0, 1 и так далее, и когда S равняется P. Вот. То есть правило кодирования. У нас тогда мощность множества вообще говоря будет 2,57 степени. Ну, автор этой теории Зубков пишет, что считается, что вообще говоря, они не будут пересекаться. То есть шифр тексты вот 1,1,1 при всех ключах и 0,1,1 не будет пересекаться. Да? Ну и тогда считая, что криптоаналитик имеет бесконечные возможности, то в принципе умножить все эти множество 2,57 степени, знаете, то есть просто взять этот вектор и зашифровать на всех ключах 2,256 и этот вектор на всех ключах 2,56. Ну тогда имитация. Криптоаналитик выбирает какое-то сообщение M из множества вот этого M, и M отправляет P. Ну и
вероятность имитации, когда вероятность имитации, P имитации. Ну, вообще говоря, если он выберет случайное сообщение, то это будет только два из этих сообщений, которые будут при расшифровании давать подлинно. Именно если какой-то ключ выбран или правильно кодирован, то только два будет правильных сообщения. И тогда, значит, два на вероятность имитации 2 на 2 десятых седьмых. И равняется 2 минус 56 седьмых. То есть вероятность имитации будет такая, как при случайно выбранном ключе. Будет такая, как при случайно выбранном ключе. Случайно выбранном ключе. То есть можно, скажем, просто случайно выбрать ключ. Вероятность угадать его единица на 256. И зашифровать одно из этих состояние источника и отправить, и тогда будет обман. Ну и если, с другой стороны, если полностью матрица кодирования задана, и все эти множество возможных сообщений, и криптоаналитик будет выбирать из них какое-то, то ну, все равно вероятность обмана будет вот 2 минус 56. Немного здесь по-другому с подменой. Ну давайте мы подмену не будем рассматривать, я хочу еще немножко вам о вероятностной модели. Алгебраическая вероятностная модель кодирования. Ранее ход рассматривался у нас ранее, это А-ход, это рассматривался как тройка. Множество состояний источника, множество правил кодирования и множество возможных сообщений. Ну, естественно, теперь на каждом из этих множеств можно задать вероятность. Ну, точнее, вероятность будет задаваться на двух множествах. Так же, как, скажем, и в модель Шинона криптосистемы. Здесь вероятность будет задаваться на состояниях источника. Причем эта вероятность задается не пользователем, так? А это сам источник, он каким-то образом имеет состояние, и вероятность каждого может появляться независимо от, соответственно, от А и Б криптоаналитика, так скажем. Ну, например, как мы уже такую делали связь и такое соответствие, что состояние источника совпадает в криптографии с множеством всех возможных сообщений, которые могут быть отправлены.
И на множество этих исходных сообщений вероятность задается естественным путем, а именно языком, которым работают, а либо областью, ну и, возможно, там какими-то конкретными ожидаемыми сообщениями. То есть вероятность считается задается. Вот. Ну, на Е, на множество Е, вообще говоря, в криптографии это фактически множество ключей. Тут правило кодирования в криптографии считается, что это должно быть равномерное распределение. Или как можно близкое к равномерному распределению. Здесь, в общем-то, теория кодов, это может выбираться пользователь Maybe, то есть это может быть их стратегия. Стратегия выбирать распределение на возможных правилах кодирования. Равномерное или неравномерное. И, соответственно, эти два распределения индуцируют распределение на множество сообщений. Ну, так, криптография на множество криптографов. Там было задано распределение на множество открытых текстов ключей. Оно индуцирует распределение на множество криптограмм, все совместное распределение условное, и можно рассчитывать тогда все эти вероятности обмана уже с учетом вероятностных распределений на этих множествах и строить стратегию. То есть стратегия может быть разная. Ну, скажем, конечно, криптоаналитик может стратегия у него в чем заключается. То есть у него есть возможность по-разному выбирать сообщения. M1, M2 и так далее. M, там, по-разному выбирать сообщения. И он, естественно, может по-разному выбирая сообщения, влиять на эту вероятность. Вот если он знает, конечно, распределение, оба эти распределения. Это с одной стороны. С другой стороны, если А и Б знают стратегию М, каким образом он будет выбирать сообщение, с какими вероятностями, то они могут, меняя распределение или выбор свой правил кодирования с разными вероятностями, влиять на тоже вероятность обмана, ее уменьшает. Криптоаналитик будет стремиться, выбирая сообщение, увеличить вероятность обмана, а, соответственно, А и Б, выбирая правила кодирования, способ выбирать правильно правила кодирования, эту вероятность уменьшит. И, в принципе, есть вот такая теория игровая, там правило минимакса, которое в стратегии позволяет и с одной стороны, и с другой стороны сделать оптимально. Ну а в принципе в алгебраические вероятностные модели добавляются еще случайные величины. То есть на множество S задается заданно, вернее, не задается заданно, это естественным образом вероятностное распределение. Распределение. То есть вероятность S принадлежит S большое и сумма всех вероятностей вот этих S по всем вращиваем большой, а не отсоединяется. На множестве, соответственно, Е. Е. Задается тоже вероятностное распределение. Ну, а именно сумма, естественно, P от E, по всем E принадлежащим E, равняется единице. Ну, отсюда индуцируется вероятность на другие множества.
Вероятность на множестве. Откуда мы получали? P под N. P от N. Может быть получена как сумма. Как сумма. По всем Е таким, что R может быть получено. То есть это из множества всех правил кодирования, которые могут дать R. Да? Вот. И P, E, и на P. Да, ну тут, может быть, нам надо подчеркнуть, чтобы было ясно, что такая вероятность. Ну вот эти будем обозначать тут индекс S, чтобы было. Здесь индекс поставим E, чтобы нам не путаться. А здесь индекс N. Значит, это будет PE, а тут S вот это. И, соответственно, если у нас есть задан этот код, то это будет F. E от N. То есть будет именно тот вероятность такого сообщения, ну, которое дает будет правильно раскодировано. Вот. Ну тут можно, собственно, расписать и более подробно все условные вероятности. Все совместные вероятности, то есть вот в алгебраической вероятностной модели добавляются, обозначаются случайные величины. Значит, случайную величину, или лучше сказать элемент, случайные элементы. Это, соответственно, будет множество S1 и так далее. Или, может быть, обозначено просто множество всех S, S принадлежащих S крыши с распределением. P, S, P, S. Множество E, случайный элемент E, это у нас множество будет, соответственно, правил кодирования. E принадлежит. E. Опять же, с распределением. P. Будет теперь на множество всех сообщений. L, M, ну и с распределением P. Ну, M принадлежит M. То есть, и вот, соответственно, когда алгебраическая вероятностная модель, она уже будет состоять из модели кода, из вот этих вот случайных элементов.
ESPL. И с правилами кодирования, правилами кодирования, заданными, то есть исходным первоначальным кодом S, E, L. Ну и эти правила кодирования и вероятности на каждом из них задают вот распределение все необходимое. Ну и вот тут можно рассматривать как раз стратегии разные поведения криптоаналитика, поведение А и Б, чтобы криптоаналитик хочет увеличить вероятность обмана, а А и Б хотят уменьшить эту вероятность обмана, и управлять они могут только распределением, соответственно, как я уже говорил, распределение на S оно задано и зависит от А и Б криптоаналитика. Криптоаналитик может управлять распределениями на N, на множество сообщений, как их выбирать, каким способом, вероятностным или невероятностным, детерминированно. Ну, невероятностно детерминированно, это в частном случае вероятностно. А, соответственно, А и Б могут менять распределение по выбору, при выборе правил кодирования. И тоже влиять на вот стойкость кода. Ну, это уже большая теория дальше. Ну, мы уже ее уже не будем рассматривать, так как следующая лекция у нас тоже не будет. Так лекция будет контрольная, да? Нет, лекция будет, а на пятой паре контрольная. Но я так планировал, да. Так, да? Хорошо, ну, хорошо, давайте тогда закончим, может, тогда... Если физиология уже, может, на лекции подаваться. Может, нам все-таки... Заканчиваем? Да, заканчиваем, да.